Приветствую вас, мои дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад у Алёнушки». Сегодня для нас был очень важный день. Мы сегодня всей семьей вместе с Назариком ездили на соревнования или, можно сказать, на защиту пояса в карате. Пояс – это важнейший атрибут, показывающий достижения спортсмена. И в карате измеряются достижения по-особенному. Это мастерские данные и ученические кю. И тех, и других несколько уровней. И при получении сегодня первого кю мы защищали 11 кю, получали свою нашивку на пояс. У нас остался белый пояс и оранжевая нашивка. То есть при получении очередного кю меняется цвет пояса, или уже на существующий пояс пришивается цветовая полоска. Вот такой сегодня важный день мы провели. Назарик молодец. Мы гордимся своим сыночком, гордимся, что у нас есть вот такая опора и защита. Конечно, всей семьей желаем ему успехов и достижения, многих достижений в его жизни. Я надеюсь, что вы, друзья, поддержите нашего сыночка своими добрыми словами. Соревнования проходили в городе Курске, когда мы ехали уже домой.
увидели вот такую сказочную красоту из петунии. Я просто не могла оторвать глаз. Великолепные сорта. Вот такие подвесы в виде фонтана. Но самым центром внимания, конечно же, это павлин из множества горшков ампельной петунии. Множество арок. У подножия арок посажены великолепные пеларгонии. Друзья, когда я подошла поближе, я не могла оторваться взглядом от такой красоты. Камера, конечно, не передает истинную величину цветочка. Пеларгония очень крупная. Посмотрите, какие яркие, сочные расцветки. Рука, конечно, тянется взять отросточек, но такого позволить, конечно же, я себе не могла. Если каждый будет брать отросток, то такой красоты и не будет. Поэтому мы заехали сюда только полюбоваться этой истинной красотой. Посмотрите, какие грозди, какие цветоносы. Сказка. Такая пеларгония, конечно, великолепие, наверное, всех пеларгоний, которых я видела. Здесь и не махровые сорта, но они до такой степени крупноцветковые, что смотрится просто очень красиво. Во-первых, цветение. Посмотрите, какое пышное цветение. Очень красиво сделан парк. Вокруг идут вот такие, в виде фонтана, высокие подвесы. Горшки очень крупные, даже не знаю по размеру, объему. Я не знаю даже, какой объем. Красивые арки мне понравились. С двух сторон пара идет горшков, вот так, по паре горшков. И смотрится, конечно, очень красиво. Каждая арка оформлена одним сортом петунии. Сейчас я издалека вам покажу, как это все смотрится. Второе подножье арки, противоположная сторона, и тоже, друзья, пеларгония. Вот такая сказочная красота, которую я сегодня увидела. И не хотелось даже уходить с этого петуньего сказочного места. Очень красиво, друзья, очень. В прошлом году я видела вот такой павлин на фото. Нам не удалось побывать в городе и снять вот такую красоту. Противоположная сторона тоже подвеса. Горшки большие, может быть, даже и 50 литров где-то на один горшок объема. Жители сидят, отдыхают, кто-то читает книги, кто-то просто сидит на лавочке, отдыхает и общается. Гуляют с детьми. Вот такая в центре круглая клумба. Конечно, обязательно постараюсь приехать и показать вам это все в середине лета, потому что сейчас цветение только начинается, и уже оно такое яркое цветение. В прошлом году петунии потом заменили хризантемами, и тоже смотрелось очень красиво и ярко. Вот так, друзья, пришел к завершению сегодняшний день. Смотрятся арки тоже сочно, ярко и красочно. Это, конечно, украшение нашего города. Для нас же, жителей. Понравилось видео? Не забудьте поставить пальчик вверх, пишите комментарии. Нам будет очень приятно. Вам я желаю здоровья, удачи, мира. И до новых встреч, друзья. До новых интересных видео. Всем пока-пока.